Всем привет! Сегодня мы направляемся изучать Джавахишвили Марани. Это винодельня. Смотрите, какие массивные ворота нас с вами встречают. Даже есть вот такие пушки на входе. Но мы направляемся внутрь изучать саму территорию, которая очень большая и красивая. Вот тут нас встречает такой домик. Это магазин, где можно приобрести вино. Но это лишь малая часть того, что расположено на всей территории. Сама территория очень зеленая, везде, конечно же, виноградники. Есть вот такая скульптура из растений, напоминает штопоры, а посередине специальную штучку, которой затыкают бутылки вина после того, как она уже была вскрыта. Вот такие интересные небольшие детали будут сопровождать нас во время всей нашей с вами прогулки. Здесь также располагается большое количество фонтанов, всяких инсталляций. И здесь, как я уже упомянула раньше, очень много виноградников. И есть вот такие специальные зоны, сделанные для гостей, где, например, можно поставить большой длинный стол и провести какое-нибудь торжество. Допустим, свадьбу или отметить день рождения, собрать много друзей и провести настоящую грузинскую супру. Здесь также есть фонарики, то есть вечером все может подсвечиваться, и такая приятная атмосфера. Помимо такой более природной локации, есть вот такие вот красивые беседки, в которых также проходят застолья. Наверное, основная часть все-таки проходит здесь. Посмотрите, какие они красивые, в каких приятных тонах выполнены вот эти легкие занавесочки. И, конечно же, там помещается огромное количество людей за огромными столами. Помимо этого, в таких беседках, вот в этой локации, проходят различные мастер-классы. Здесь можно попробовать испечь настоящий грузинский хлеб, самостоятельно приготовить чурчхелу и даже посмотреть, как жарится настоящий кахетинский шашлык. Это шашлык, который готовится на виноградной лозе. Даже вот она здесь уже подготовлена. Вокруг, конечно же, небольшие детали, интерьеры, но все исключительно в грузинском стиле. Кувшины, ступки, тарелки, рога, из которых пьют. Все это здесь придает особую атмосферу, такую настоящую Грузию чувствуешь. Конечно же, отсюда открываются красивые виды. Горы, вино, чистый воздух, в общем, идеальное сочетание, чтобы отдохнуть, восстановиться. Но идем дальше. Вот этот кирпичный дом перед нами, это, собственно говоря, есть сама винодельня, святая святых этого места. И вдалеке там, кстати, виднеется еще одна беседка. Она абсолютно идентична той, в которой мы только что были. И даже стоят они ровно друг напротив друга вроде бы. Здесь вот такая, наверное, знаменитая инсталляция, такой фонтан, который вы обязательно встретите на всех фотографиях, если будете искать где-нибудь в интернете Джавахишвили Марани. Ну, действительно, очень красиво. Ну, давайте заглянем в саму винодельню. Внутри все очень красиво, все из кирпича, такое шато настоящее, при этом с грузинским колоритом. Конечно же, есть столы для дегустаций, есть небольшие детали, которые очень классно украшают интерьер. Также справа находятся сами квеври, в которых вино, собственно говоря. Также именно в этой зоне происходит часть праздника Артвели. Соответственно, когда виноград уже собран, его приносят вот в эту давильню, сюда же его высыпают, и потом люди, гости надевают сапоги и начинают его топтать. После чего по вот этому желобу сок стекает и попадает в квеври. Ну, сейчас там ведро, но Эртвейли пока не празднуем. Вот такая интересная традиция здесь соблюдается по всем правилам. Сейчас направляемся к залу, где проходят дегустации. Здесь, конечно же, есть огромный длиннющий стол, множество посадочных мест и уже готовые бокалы и вино на столе, которые ожидают гостей, чтобы те продегустировали, узнали настоящий вкус грузинского вина.
атмосфера внутри просто непередаваемая. Разумеется, там будет светлее, будет включен свет, но такой легкий полумрак создает что-то даже, наверное, волшебное. А в этой зоне также можно подняться на второй этаж, на такой некий балкончик. И посмотрите, сколько вина здесь хранится, как интересно все это подсвечивается, создается ощущение неких витражей, хотя мы находимся просто внутри самой винодельни. Мы пришли к еще одной локации, где проходят мастер-классы. Вот, например, подготовка для кулинарного мастер-класса. Вообще здесь много мест для различных мастер-классов, какой вам захочется. И даже посмотрите, все это происходит напротив чечегонного аппарата, самого настоящего, такого в традиционном стиле. Вот такие интересные детали есть здесь везде. Номер, который мы сейчас смотрим, очень просторный. У него есть вот такая гостиная, зона с диванчиками, креслами, телевизором. В общем, где можно просто отдохнуть. И даже камин есть. И здесь спальня. Тоже очень просторное все. Большая кровать, шкаф, кресло. В общем, все необходимое, что может вам понадобиться. И здесь у нас достаточно большое окно с видом на кукурузные поля. И, конечно же, горы. Вот такой красивый вид, особенно в солнечную погоду, прямо золотистым цветом отдает. И также ванная комната, сейчас посмотрим. Она очень светлая, очень чистая. Есть душевая кабина, есть вся необходимая косметика. В общем, все, что вам может понадобиться, все в идеальной чистоте там есть. Вот такой вот номер, очень красивый. Также хочется отметить, что это место мы не просто нашли в интернете, это наши друзья. Они помогают нам знакомить наших гостей с традициями Грузии, рассказывают, что такое настоящее грузинское вино и, конечно же, дают попробовать. Поэтому, если вам интересно познакомиться с этой страной ближе, узнать все невероятные особенности, посмотреть главные красоты и попробовать все самое вкусное, то мы составим для вас идеальный тур и не забудем заглянуть на Джавахишвили Марани.